странная новость. Мы получили неподтвержденные сведения о происшествии в Саутленд-парке. Сотни родственников погибших собрались у ворот. По меньшей мере 30 человек погибли, ранены около сотни. Полиция не пускает журналистов к месту трагедии. Минуло 5 лет со дня трагедии, закрывшей ворота Саутленд-парка, однако всплыли новые факты о проверке состояния аттракционов незадолго до инцидента. Команда юристов «Орлы в законе», защищающая в суде владельца Саутленд-парка Джозефа Клэренса по прозвищу «Король свинга», потребовала исключить из дела часть свидетельских показаний. На 7-ю годовщину трагедии в Саутленд-парке состоялось очередное слушание дела Джозефа Клэренса. Вердикт невиновен. Несмотря на оправдательный приговор, огромные счета от адвокатов вынудили его признать себя банкротом. В это же время родственники погибших заявили о намерении подать апелляцию. Дорогой, идем пить чай. Сидя вот так в темноте, ты его не вернешь. Я хотел бы сделать заказ. На этом уровне вы получите все навыки, необходимые для эффективного выполнения меню действий. Полоски в нижнем левом углу, значок в правом нижнем углу экрана отображает выбранный предмет и количество патронов. Компас находится в правом верхнем углу. Отображаемые в верхней части экрана заголовки подсказывают вам, что делать дальше. Восклицательный знак появляется каждый раз, когда для вас есть новые сведения. Вы можете в любой момент нажать клавишу инструктажа, чтобы открыть меню информации. Используйте клавиши движения, чтобы передвигаться, и мышь, чтобы управлять камерой. Чтобы бежать, нажмите клавишу «Бежать» во время движения. Добро пожаловать в Штаты 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Наш клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стало последним, что увидит цель. Мистер Клэренс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. Чего уставился, беложопый? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком. Король свинга. А, к этому тупому недоноску. Как тебя звать-то? Имя для друзей, поэтому у меня его нет. Нет, для копа он слишком тупой. Сраный адвокат не лучше сраного копа. Что за фигня? Надо проверить. Нам помощь!
На помощь! Помогите! Помогите! На помощь! Произошло. Я могу достать деньги, родная. Они все равно и так, считай, мои. Мистер Спук все уладит. Мы откроем парк, и все будет как прежде. Нет-нет, еще всего пару дней. Поверь мне. Солнышко, не говори так. Мистер Спук вернет деньги. Он человек надежный. Я не буду это подписывать, я не буду. Дай мне всего лишь один шанс, я клянусь. Зайка? Зайка?
Милая, алло? Кто это сделал? Слышал? Мать вашу, свет включите! Кто это сделал? Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуп. И я хотел бы узнать, как там у нас движется дело с деньгами. Да ну? Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились, я думал, что ты, может... Просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Блин, вдвое дольше, чем мы договорились. Но ты можешь заплатить изначальную сумму и съехать. Не прямо сейчас, конечно, просто, чтоб ты знал. Я был бы рад этому. Нет. Отлично выглядишь, сучка. Что у тебя там под одеждой? Почти ничего. О да, такой красивый шлейф, как ты, не нужна понтовая упаковка. Угадал? Смотря кто будет меня разворачивать.
А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Кэролайн! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет, пожалуйста. Разве я мало страдал? Скуп, у нас какой-то козел проскользнул под носом у Джизи. Ты же знаешь, что я таких гостей не люблю. Скуп, я сначала думал пришить его, но потом вспомнил, как ты говорил, что нельзя дергаться. Но я так и сделал, и этот голожопый ушел. Ясно. Значит, ты считаешь, что проблема в моем приказе? Не, Скуп, я такое не говорил. Хотел бы я преподать тебе урок по личной ответственности, Джей, но поскольку тут где-то бродит чужак, у меня мало времени. Боюсь, придется научить тебя ответственности. Боже мой,